Приветствую всех! Сегодня у нас такое немножко необычное видео. Ну, точнее, оно обычное. Необычная ситуация заключается в том, что почти год назад, прошлой зимой, я также начинал видео на этой точке, рядом с метро университет. Как видите, университет там. Это элитная застройка, и вот сюда метро университет. И отсюда мы шли в театр, детский музыкальный театр имени САЦ. Тогда это была постановка «Синяя птица», точнее не постановка, а балет. Соответственно, сегодня... Сегодня мы идем на Щелкунчика. Сегодня 8 февраля 2020 года. Погода достаточно зябкая. Минус 8, минус 10. Кстати, тут городок. Студент, видимо, идет. Да. Вот он виден. Отсюда САЦ. Это музыкальный театр. Это в честь Натальи САЦ. Одно время она работала и в молодежном театре, и в художественном руководителем. Вот это у нас проспект, это здание цирка на Лимнанском. Вот, тут такая интересная ситуация. У них же программы каждый год разные. В этом году раз, два, четыре, пять. Это в честь что-то всякое необычное, там магия, некромантия. И столько людей жалуются, что детям показывают всяких там вампиров, некромантов, которые высасывают кровь и жизнь, и надо это запретить, и давайте вообще, фу. И столько много писем пишут вообще по всякие инстанции. Вот. В связи с этой программой особенно. Типа, что детям такое показывать нельзя. Ну, знаете, там же все равно это как бы концепция, такое повествование. Уверен, что оно заканчивается все хорошо, но надо же как-то показать, как бывает это все. Конфликт, антагонизм, интересов. Все-таки, ну, я думаю, почему нет. Хотя, кто его знает, некоторые дети могут быть очень впечатлительными, но опять же, дети детям рознь, вряд ли там показывают какую-то расчлененку. Просто какие-то эффекты, да, ну, не знаю, вообще дети как-то вот по сравнению с 80-ми, 90-ми фильмами вот этими даже, все-таки накал страстей поунизился. Сейчас как-то более дети такие неприспособленные в этом плане. Раньше как-то их... них, что ли, ожидали, что они как-то старше, что ли. Ну, в общем, всякие там пугающие картинки. Хотя, с другой стороны, много сейчас взрослых, я тоже читаю комментарии всякие, тоже вспоминают, ой, это меня, какой-то фильм или там кусочек мультфильма, там, или даже книги какие-то, вот это меня так напугало, что она всю жизнь запомнилась и так далее. Ну, не знаю, мне кажется, это прикольно. Я бы не сказал, что меня такое в детстве напугало сильно. Ну, наверное, ну это все-таки не детское было, я вот смотрел «Пункт назначения», вот это меня очень сильно напугало, я помню третью часть. Я потом даже не катался ни на каких каруселях, ничего никому не давал, не пускал, нет, не надо нигде кататься. А то очень страшно, всякое может быть, ой, вот это я помню. Но это, конечно, не детская вещь, я не знаю, это сколько мне лет, 12, ну, было. Это да. Вот, а так, конечно... Что-то такое прям, ну, может быть, что-то такое запоминающееся, но что прям сильно, я не думаю. Поэтому это все ерунда. Много активистов у нас, которые все хотят запретить, все хотят. Людям жить не дают. Вот. А я помню здесь, кстати, да, я же в прошлый раз тут... магия монтажа была, когда я нажимал на кнопку, и ровно через одну секунду включался зеленый свет. Ну, как ровно, как в этот раз. Вот. Магия монтажа. Так, на чем мы там?
Вот, ну, собственно, да, программа у них каждый раз. На самом деле, я однажды только ходил на представление цирковое вот запашных. Это было, кстати, тоже ровно год назад, где-то 27 декабря, 26 декабря. Правда, оно было в Лужниках. В Лужниках у них была программа «Маг и я», или «Магия». Вот. И там, да, там интересно, там зеркало, он главный герой, зеркало его двойник вышел, ну понятно, понятно, кто играл роль. Вот, и, собственно, да, там всякие были интересные такие находки. Рисование, в общем, и номера, кстати, намного мне больше понравился, чем цирк Никулина. Никулина все-таки какая-то более консервативная программа, и она повторяется. Я тоже там был всего лишь два раза на разных программах. Одна новогодняя, одна обычная. Ну, по-моему, спустя пару месяцев. Несколько месяцев. Три или четыре. Вот. И там некоторые прям повторялись. Там вот с попугаями. Я помню, да. Одна и та же музыка, ну, что-то такое вот немножко менялось в целом, да. А главное, что центр, так сказать, ядро, номер оставался таким же, только немножко небольшие косметические изменения, поэтому я не сказал, что там с клоунами точно так же они там падали. Один раз, конечно, страшно смотреть, как там как будто клоун падает сверху, а это его кукла падает, двойник. Вот это, да, но второй раз уже как-то по-другому. Дела. Вот. А, вот, кстати, мы дошли, я как-то не ожидал. Я помню, здесь я вот шел и рассказывал вам, по-моему, про МГУ. Про то, что там, про физиков, про биологов, как сажали их. Что определялось, кто будет сидеть в главном здании. Вот прямо вот в этот момент проходил и разговаривал. Проверьте меня, насколько я прав. Ну, мне кажется, не год, но может чуть меньше года. Но это точно было зимой. Это точно было зимой. Можно как раз таки. Только я не помню, в 19-м это было. Скорее всего, в 19-м уже. То есть после Нового года. Но то, что это была зима, это точно. Да, вот такой вот необычный этот